Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, пустая трата пуль. Вы мазилы и выглядите, как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Развернитесь и стреляйте по мишеням. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишень. Рядовой Ален, прежде чем открывать огонь, прицельтесь как следует. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Рядовой, попадите в цель сквозь преграду. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная граната. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Зачисти первый сектор. Ну, давай! Своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, иди наверх. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. Все по местам, начинаем движение. Yeah.
Чисто. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это дикий запад. Вас понял. Следите за переулками. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет, просто наблюдают за нами. Зуб даю, это разведчик. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Вы их видите? Всем хантерам или сержанту приготовиться к бою. У нас есть снайперский огонь с нескольких позиций. Мы не боеспособны! Вы вас хвалим обстрелом со стороны снова! Прошу помощи!
Держите с 2-3. Идем на помощь. Пошли. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Со мной. Удачи, приятель. До встречи на той стороне. Держись! Не отпускай! Роуч, проверь датчик сердцебиения. Ты сейчас должен видеть меня. Буран. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием Бурана. Прячься, ты потревожил охрану. Цель прямо, они тебя заметили. Прячься. Машина, прячься. Меняю магазин. Справа.
сзади. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Похоже, идут к тебе. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Иду к ангару. Беги туда же. Через предангарную площадку на юго-восток. За мной, быстро! Как у внедорожников, прикрой меня! Тихоходы, уничтожить! Я пошел к следующему мигу, прикрой меня! Основная точка под угрозой. Следуем в запасную точку на транспорте противника. Встречайте нас там, прием! Право 6, это Кило 6-1. Вас понял, отбой. Противник сзади! Отрываемся! Быстрей, быстрей! Не тормози! Быстрей, или ты труп? Вперед, вперед!
Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард? Акаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Доус, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так, она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Коуст, у нас проблемы. Ложись! Уходит, Роуз, за ним быстро! Коуст, наш водитель убит. Идем пешком. И нас угостинец Рио, и постарайся задержать объект. Вас понял, выполняю! Это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. Помните, в трущобах полно гражданских. Поэтому смотрите, куда стреляете. Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Я не застрелил. Право 6, будьте осторожны. В нижней части замечено ополчение противника. Рауч, я с тобой. Сидите за крышами, идем. Рой, что там у вас? Прием. Полно ополченцев, но никаких следов Рохаса. Отбой. Вас понял. Продолжайте искать. Держите меня в курсе. Отбой. Рохас по-прежнему движется в свою сторону! Роуч, не давай
Груз у нас. Сент-Браво, мы засек... Yeah.
контакт на севере. Огонь на север. Они устроили дымовую завесу на севере. Ясно. Кто может, переключайте на тепловизоры. Астимоза! Контакт у нас пробовано. Враги на крыше. Впереди солдаты противника! Прикрывай! Контакт на час! Прикройте меня! Вас понял! Вижу его! Контакт! Противники на крыше! Они прорвались! Вражеская пехота! Противник на крыше, обернитесь! Похоже, с них пока хватит. Капрал Дан, доложите о состоянии Рептора. Прием. Рептор в безопасности, состояние стабильное. Вас понял. Всем проверить оружие и защиту. Они скоро вернутся. 2-1 Дельта. С севера идут 2 БТРа. Вас понял. Вперед, вижу бойца противника, управляющего беспилотника. Он внутри закусочной, на западе. Рамирес, уничтожь этого гада. Я пошлю ребят тебе на подмогу. Давай. Ложись, тебя заметили с БТР. Закусочный Нейта в Бургер Даун. Арталучи, противник на стоянке Мексики. На счет 3. 1. 2. 3. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Вперед, вперед. Перезаряжаюсь. Попадание, Хантер 2-1. Не забывайте палить по мне. Один готов. Движение у мусорного бака. Не могу сделать. За мной Рептор в холодильной камере Бургер Дауна. Он там в безопасности. Дверь заперта. Не пускайте сюда русских. Конвой уже в пути. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Хантер 2-1. Хантер 4 обнаружил группу целей у заправки Нова. Прием. Осторожно. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не сбавляй темп.
Хантер 2-1. Патруль противника возле банка. К северу от вас. Прием. Хантерик. Молодец. Рамирес, тут враги. Управляй беспилотником и прикрой Рептора. Больше 5 точных попаданий. Молодец, Хантер 2-1. Маккорд, прикрой меня. Хантер 2-1. Еще 15 противников идут в закусочной с запада. Прием. Беспилотник уничтожен. Повторяю, беспилотник Короче. Уничтожен. Хантер 2-1. Ракеты воздух-земля недоступны. Контакт, идут по земле с юго-востока. Начинаю.
на подходе еще группа ополченцев. Слишком опасно, не рискну садиться. Ладно, жду вас там. Удачи. Дороги!
Один главный. Это Оверлорд. Доложите обстановку. Мы прорвали блокаду в точке Вик. Продвигаемся к... Принято. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Уничтожив ЗРК, следуйте на Брукмер Роуд 4677. Как нет? Цель вне зоны поражения. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Возьми портфель. Ну, то, что от него осталось. Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Шепарду она не понравится. Оверлорд, объект мертв.
Похоже, мы движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что... Чикаго, главный ангару. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Группа 1, аппарат пошел. Хоутл 6, курс 019. Высаживает группу 2. Встреча у цели. Хоутл 6. Глубина 20 метров. Со второй палубы спасены. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Заряды на трупы. Быстро. Времени мало. Установить на трупы взрывчатку. Сюда уже спешит патруль. Заряды на месте, сэр. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Там патруль. Не стреляй, пока не подойдут ближе. Контроль, это Хоутл 6. Нас обнаружили. Вас понял. Разведка сообщает о наличии заложников. И, возможно, взрывчатки на верхней палубе. Ваша задача – взять район под контроль. Прежде, чем мы вышлем группу для подавления ЗРК. Прием. Хоутл 6. Группа, отбой. Следуйте наверх. Нет. Вас понял. Будем ждать эвакуации с точки права. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед. Прикрой меня. Вперед. Let's go.
противников с нижних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Отбой. Вертушка! Где укрытие? Понял, выполняем. Отбой. Отлично сработано. Время идет. Наша задача подняться наверх и освободить всех оставшихся заложников до того, как придут морпехи. Я точно вижу его. Прикрой меня! Руч! Контакт у тебя на 9! Таргет не желает. Лизар! Прикрой меня! Разделимся. Зайдем с флангов через эти проходы. Шестой флот начинает зачистку. Пора. 30 секунд. Корнет 2-1. Говорит Джестер 1-1. Звено F-15. На борту по 4 Харм. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Сигнал, сигнал. Фокс-3. Фокс-3. Хороший выстрел. Просто отличный. Корнет 2-1. Маршрут чист. Удачи. Отбой. Я Хорна 2-1. Вас понял. Говорит 2-2. Вас понял. Это 2-3. Вас понял. Второй. Начинаю обстрел. Понял. Опа. Да вот так. 2-2. 2-1. Отличный удар. Всем снайперам, говорит Макдавиш. Приготовиться к стрельбе. Зафиксировать. Есть. Всем снайперам. Открыть огонь. Сместиться вправо. Смещаюсь. Зафиксировать. Готово. Есть цель.
прекратить огонь. Это уже не шутки. Я постараюсь выиграть время. Общее дело важнее жизни одного заключенного. Чертовы янки. Я думал, они за нас. Хватит болтать, Гоус, остынь. Вторая волна, ждите. 10 футов. Один, мы у цели. Группа 1 готова. Переходим в режим ожидания. 5-3. Готовы обеспечить снайперское прикрытие. Прием. Говорит 2-1. Вас понял, 5-3. Говорит 2-1. Я на позиции. Готов стрелять. Вас понял, 2-1. Цель на втором этаже. Говорит 2-1. Все понял. Вижу 6 противников. Открываю огонь. Цель движется. На нижние этажи. Капитан Макталиш, наверху чисто. В одиночных камерах не работает видеонаблюдение. Похоже, в этом отсеке нет электричества. Все ясно. Отряд, переходим в режим ночного видения. Снять их!
6, они согласились приостановить огонь. Продолжайте. Буду держать в пути. Отбой. Примерно через 30 футов слева будет старая душевая. Чтобы попасть внутрь, придется ломать стену. Мы пойдем коротким путем. Обнаружено два сигнала. Один из них должен быть заключенным 627. Брайс? Кажется, это ваше, сэр. Какой еще СОУ? Ладно, пошли! Надо отсюда выбираться! Браво 6! Обстрел начался раньше! Выбирайтесь оттуда! Быстро! Следуйте на запад к указанному зданию, где окажите поддержку. Огонь! Понял.
Продвигаемся наверх. Подтверждаю. Оверлорд принял. Огонь в секторе 1-Альфа подавлен. 2-1 принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1 главный. Понял, 2-1. Доброй охоты. Хантер 2-1, внимание! Противник в юго-западной части на 5-м этаже. Обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, Оверлорд. Мы немедленно отправляемся на 5-й этаж. Отбой. Оверлорд, мы на 5-м этаже. Продвигаемся к юго-западному углу. Какое-то движение. Следите за своими секторами. Проверьте углы. Эвакуация у монумента Вашингтона проведена. Прием.
Никак нет, 2-1. Они ведут бой с пехотой и легкой техникой у монумента Второй мировой. И похоже, их там не сладко. Прием! Понял, Оверлорд. Сделаем с воздуха все, что сможем. Отбой. Первая группа, быстро разбираться. Ревизор, начинайте второй этап эвакуации. Берите только тяжело раненых. Оверлорд, Дагер 2-2 подвижки теряет высоту. Группы РПД у монумента Второй мировой. Ждите на гашетку до тех пор, пока всех не выкатите. Атлас 2-3-2-4 в моде отбиты. Всем наземным войскам у четвертой площадки немедленно отступить. Вооруженный вертолет прямо по курсу военного мемориала. Это Атлас 2-5 в зоне высадки 1. Мотор работает на 30% мощности. Я не могу взять больше людей. Придется кого-то оставить. Дайте 2. Монумент Бахарсона открыли, выходит с вами. Оверлорд 7. Эвакуация окончена. Повторяю, эвакуация окончена. Всем срочно покинуть район. Тревога! Тревога! Оверлорд, нас подбили, но мы держимся. В здании департамента юстиции большая зенитная батарея. Приближаемся. Потеряй стабильность! Поднимай машину. Если рухнем, то взорвем и зенитно-ракетный комплекс. Соединение установлено. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он сам. Идем к базе подлодок на северо-запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, за мной и не высовывайся. Терпение. Не делай глупостей. Конвой, прячься. Пропустите их. Техника здесь не пройдет.
пропустите их. Похоже, они нас ищут. Замечен противник. Нужна помощь. Автомегеры, стреляй! И остальным. Вас понял. Второй предейтер скоро прибудет. Осторожней, их у нас не так много. Вы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь, через несколько минут она начнет погружение. Минимум троих накрыл. Подготовка ракет. Следим.
Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое.
Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Связь тоже. Даже светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно, теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть. Тех ребят внутри. А что с ними? Я прикрою.
Иди. Чисто. За движение. Вперед. Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Через 2 минуты они уничтожат город. Надо попасть.
Попасть на крышу и остановить их! Осталось меньше 2 минут. 90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. Куджа 5-1. Всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Они покидают укрытие! Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. Минута до сброса. Живо! 30 секунд до сброса. 30 секунд. Скорее на крышу, Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш. И мы... Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед.
Кроу, фотографии. Вас понял. Шепард, это Гоуст. Макарова не видно, повторяю, Макарова не видно. Капитан Прайс, какие успехи в Афганистане? Достаточно. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела? И скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Озон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Соуп, прикрой меня. Я увожу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, склад под оружие. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Боевые вертолеты противника приближаются с северо-запада. Вас понял. Вертолеты противника приближаются с северо-запада. Противник уничтожен. Мы прикрываем лужайку перед домом. Иду к окнам. Пусть кто-нибудь заминирует дорогу и прикроет подход. Один готов. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому. Расчет РПГ приближается с запада. Вас понял. Расчет РПГ приближается с запада. Я на позиции. Противник уничтожен. Снайпер один в ударной группе. Внимание! С северо-запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Вертолеты противника, 15 секунд. Вас понял, 15 секунд. Расчет РПГ двигается с юго-запада. Вас понял, расчет РПГ двигается с юго-запада. Вижу дополнительные силы противника. Двигаются в вашем направлении. Они у солнечных батарей на востоке у дома. Они идут у солнечных батарей на востоке у дома. Вас понял, постараюсь их снять, когда пойдут между деревьями. Используйте мины, если они у вас есть. Установите их на тропинку у дома на востоке. Снял его. Расчет РПГ двигается с востока. Вас понял. Расчет РПГ двигается с востока. Один готов.
Что за чертовщина? Внимание! С юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Один готов. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Вас понял. Всем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед! Вижу, вот они, на поле к юго-востоку. Этот готов. Снял его.
Повторяю, зоне высадки жертва! Вас понял, капитан Прайс. Вылетаю. Постарайтесь взять ситуацию под контроль до моего прибытия. Повторяемся, Николай! Главное, давайте сюда! Как можно скорее! Ну, держитесь в стороне, пока можете. Пусть люди Макарова и Шепарда бьют друг друга. Мы можем прослушивать их линию по их же рациям. Я собираюсь выйти на контакт с Макаровым. Прайс. Я подхожу к кладбищу. Ситуация совсем не под контролем. Садиться рискованно. Прямо как в 80-е, когда я тут служил. Макаров, это Прайс. Шепард у нас теперь герой. У него в руках твой план операции. И карт-бланш на все. Раскинитесь уже и сажайте самолет. Мы идем к вам. Дайте мне все, что у вас есть на Шепарда. А я об остальном позабочусь. Вот дерьмо. Нет, мне явно не доплачивают за эту работу. Одни ракеты сколько стоят, твою мать. Макаров, я знаю, что этот канал ты слушаешь. И сейчас ты меня слышишь. Мы оба знаем, и ты, и я, что тебе и недели не продержаться. Оу, живее! Нам нужно на самолет Николая. Продвигайтесь к западу. Кто же о тебе? Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Прайс, однажды ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны. Шепард держит точку Хоутел право. Кто же о тебе? Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Прайс, однажды ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны. Шепард держит точку Хоутел право. Ты знаешь, где это? Ладно, встретимся в аду. Удовольствие! И давай тебе зазахаем, если будешь там первым. Ну, стой, стоп, на месте! Подвигайтесь на запад! Желтый площадь! Николай, мы здесь, черт подери! Капитан, в районе Кандагара песчаные бури. Приходится делать большой крюк. Мне платят не так много, чтобы я рисковал самолетом. Засекли, открывайте огонь!
перебило. Disciple 6. Disciple 5 не выходит на связь. Проверьте, что там. Прием. Дверь заблокирована. Приготовься взломать. Бей! Вперед! Вперед! Экскалибур, я Голд Игл. Приказ открыть огонь. Групповая цель Ромео. Вблизи позиции дружественных войск.
сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных позиций.
5 лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Все, вставай. Я думал, ты знаешь, на что идешь. Да все-таки это оно, знаешь, ведь нас будут искать. Давай, надо помочь, что? Да, есть это одно местечко.